Здравствуйте, меня зовут Алтухова Людмила Евгеньевна. Я являюсь председателем правления жилищного кооператива ПЖК по ЖСК «Советский-1». Хочу сказать, что на сегодняшний день в отношении меня имеется преследование уголовное, значит, возбуждено уголовное дело. Я с этим уголовным делом не согласна. Подоплеки данного уголовного дела мне неизвестно. Предъявляется мне уголовная статья номер 165, вторая часть. Это умышленное удержание денежных средств, неперечисление их по назначению. В данном случае в ресурсоснабжающую организацию ТНС «Энерго». О том, что уголовное преследование в отношении меня возбуждено 16 февраля 2022 года, я узнала в ноябре 2022 года, а точнее 8 ноября 2022 года. Значит, когда я была вызвана в следственный отдел, следователь не посчитал нужным принять бухгалтерские бумаги, которые подтверждали то, что я ни одной копейки не взяла себе и умышленно не удержала. Значит, уже было подготовлено 5 томов уголовного дела. И, значит, принять мои оправдания не посчитал нужным следователь. Значит, подоплеку этого всего дела, она неизвестна мне, как я уже сказала. Значит, вследствие сказали, что дело возбуждено на основании прокурорской проверки прокуратуры Советского района. Хочу обратиться к прокурору области Супруну, чтобы он разобрался в данном деле и, да, выявил, какие есть процессуальные нарушения и виновна ли я в данном преступлении.